сейчас, кстати, прибавляет и забивает еще Мир Алтанен. Алтанен, бросок, гол. Витязь выигрывает в Череповце. Дача оказывается неточной. Ой, Амяки. Первым на подборе. Бросок, гол. 1-0. Витязь выходит вперед. И Миро Алтанен. Здесь, кстати говоря, здесь Вилл был в воротах, но, о-хо-хо, Вилл был на льду, но Витязь все равно забивает пустые ворота. Алтанен уже готовится принимать, к нему шайба пришла, Миро Алтанен, бросок, 1-1, наконец-то Витязь забивает. Обыгрывает, но ошибается Агастино, и здесь Витязь в меньшинстве.